Всем приветики! Купила себе такой вот кувшин фильтра для воды. И сейчас будет его распаковка и обзор. Получается, вот так вот он выглядит. Здесь полностью все на белорусском, потому что он от белорусской фирмы. И даже надпись такая интересная. «Нема смачней водицы, як из родной крыницы». Что означает «нет вкусней воды, чем из родного источника». Вот. Синего цвета на 3,5 литра. Вот. Фильтр в комплекте идет. Правда, здесь нет ни инструкции, ничего. Именно на самом фильтре есть. А это единственное, что есть на русском на коробке. Все остальное на белорусском. Вот. В 2022 году изготовлен, срок годности 5 лет, срок эксплуатации. Кстати, пишут, что вот эта штучка удобна, что она типа открывается удобно, но я не сказал бы, что она удобна, я хотел бы ее оторвать. И здесь круто то, что на самих фильтрах пишется, из чего они состоят. У других фирм я брал фильтры, и там не пишется, что какой у них состав. А именно на этих я в магазине смотрел, там на коробках был написан состав, там уголь, там еще что-то. А на других такого не пишется, просто фильтры, да и все. Ну, пишут его функции, там, очистка воды, там, минерализация, а вот именно состав не пишется. Ну, и делают его у нас в Беларуси. Вот, его уже вскрывали там на кассе, и я вскрывал в магазине. Здесь вот, что плохо, нет никакой инструкции вообще. То есть, вот, догадывайся сам. Такой вот фильтрик довольно-таки красивый. Здесь такая прорезиненная прокладка. Вот она. И он не будет скользить, потому что резиночка. А здесь, я не знаю, брак это или нет, но когда нажимаешь, вот, нажимаешь, она застреет. И нужно приложить силу, и тогда она открывается. Не знаю, брак это или функция. Вот, и пишут, что удобна вот эта штука. Но мне кажется, неудобно, потому что ты наклонил, вот. По идее, вода уже течет, а эта штука закрыта. То есть именно вода должна ее открыть. Это же неудобно. Вода будет постоянно пластмасску. Ну, вот даже наклоняешь вот так, она не открывается. Только вот так начинает открываться. Короче, я должен открывать поток воды. Мне кажется, это не очень, что вода будет постоянно на пластмасску литься. И пишут, что она не должна выливаться уже отфильтрованная. То есть то, что отфильтровалось, когда ты будешь выливать, может выливаться, а это не будет. Не знаю, так ли это. Вот. Ну, крышка снимается. Таким вот образом. И в комплекте фильтр. Вот эта штука тоже снимается. И внутри просто рекламка. Ни инструкции, ничего. Хотя, в принципе, здесь все и так понятно, что вот эта штука снимается. В нее ставится фильтр, потом она обратно ставится и закрывается. Ну и сам фильтр. Вот на нем уже есть инструкция. Способ применения. Промыть кувшин тщательно. Затем... И, кстати... Его зачем-то нужно наполнить наполовину водой, прежде чем вставлять. Типа, она должна фильтровать в оставшуюся половину воды, типа чего. Ставьте кассету в воронку. Один. А где один здесь что-то? Нет, здесь уже на белорусском. Если так пишет, один, типа инструкция должна быть. А ее не... Может быть, реально должна быть инструкция в комплекте, а ее просто вытянули, потому что коробку там в магазине может вскрывать кто хочешь и смотреть кто хочешь.
И про минерализатор пишут, но его здесь тоже нету, может, его вытянули, я не знаю. Может, инструкцию минерализатор вытянули. Значит, так пишет. А, вот, она рисует. А, нет, все понял. Один. Вставьте кассету в воронку один. А затем опустить в кувшин. Оставить кассету на 10 минут. А затем слить воду. И два кувшина отфильтрованных просто вылить. Может попасть в воду незначительное количество активированного угля, что является нормой. И не отображается на качестве и вкусе. Если есть минерализатор, помыть и тоже кинуть его туда. Так, а как вскрыть? Ну вот, в общем, я вскрыл. Надо было сразу вскрыть, а потом читать. Неудобно, что здесь нету какого-то ярлычка, за который можно вскрыть. Да, почему я сразу так не сделал? Что-то сидел там, выпрямлял. Во, вот вскрыл, да читай, сиди, как человек. А теперь все понятно. А то всматривайся, вычитывай. Вот. Ну и, собственно, фильтр такой вот. Не знаю, вот эта штучка так и должна быть или нет. Там что-то трясется. Песок какой-то. Так, вставить его... О! То есть... Ничего себе. То есть оно будет проходить сюдой, выходить сюдой, наливаться сюда, подниматься и через вот это все фильтроваться и выходить сюда. Ничего себе, так это ж это как долго будет происходить? А какой стороной? Разницы нет? Да, наверное, разницы нет, потому что здесь вот сбоку такая дырочка. А здесь с двух боков дырочка, то есть можешь так и так. Но ее нужно реально помыть, как они сказали бы, наверное, потому что вот есть какие-то остатки, еще какие-то вот грязные. Оно такое, как такое черненькое, высыпается, может, уголь этот. Оно все такое черненькое. Короче, нужно промыть кувшин полностью, потом вот эту штуку промыть. Ну, она же все равно будет фильтровать воду. Затем наполнить наполовину водой зачем-то. Потом ставить сюда. Во, оно так надевается жестко. И оно через эту маленькую дырочку будет. То есть оно будет сюда лить, сюда вытекать, подниматься, и через эту маленькую дырочку будет вытекать. Ничего себе. Истекать кувшин, а с кувшина выливаться. Но я хочу еще снять вот эту штуку. Мне она не нравится. О! А то постоянно будет открываться, закрываться. Хорошо, что ее можно просто снять. Не нравится, снял, нравится, отдел. А то пришлось бы выламывать. Вот. Ну, что могу сказать по поводу этого фильтра? Пока не знаю, как он будет работать. Но могу сказать, что плохо, что здесь нет инструкции. Ну, что она именно на фильтре. Обычно в самом товаре есть какая-то инструкция, здесь нету. Типа, все и так просто, понятно, что ли? Хотя бы написали, как он открывается, собирается. Это просто я вчера посидел, поковырял, поразбирал. А так, они могли бы сделать инструкцию, куда нажимать, что как снимать, что вот эта штука вытягивается, вот это достается. Это, во-первых, не хватает инструкции. Во-вторых, минерализатор, он должен быть здесь или где? Или его надо докупать отдельно? Наверное, отдельно. Вот. И могли бы даже инструкции пояснять, например, зачем половина воды, я вот не понимаю. А как он фильтрует, не знаю, буду смотреть. А купить я его решил вообще потому, что я был на УЗИ, и мне сказали, что у меня есть 3 миллиметра в почках камешки. Ой, песочек, который может образоваться в камешке. И типа, что чтобы это все не развивалось, то лучше
пить воду из фильтра, потому что вода жесткая, а из фильтра она будет мягче, лучше. Потому что вот в чайнике даже есть накипь, а благодаря фильтру накипи не будет. И, соответственно, из-за этой накипи вот и образуются всякие песочки, там все такое. Вот, ну и меньше там соленого такого вот, короче. Потому что от соли тоже образоваться может. Так я вот решил купить, попробовать, как это будет, лучше, не лучше. Ну, вообще попробовать, каково будет с фильтром. Посмотреть, будет реально после фильтра уменьшаться накипь в чайнике. Ну и вкус. Главное, чтобы вкус не испортился. Потому что если после фильтра будет вкус какой-то неприятный, то что может же быть такое, что оно отфильтровало, прошло через все, что в фильтре, и вкус будет неприятный. Ну, кстати, вода реально жесткая у нас. Когда пьешь, если нет заварки, нет сахара, то чувствуется, как в горле так аж дерет немного. Ну, не то, что прям сильно, а так слегка. И когда добавляешь там заварку, сахар, оно смягчает, уже как-то облегчает это вот то, что в горле оно как-то так. Вот. А если после этого такого не будет, то тогда круто. Вот. Ну, а дальше буду пробовать, смотреть, как оно себя оправдывает. Там много было фильтров всяких, но решил взять именно белорусский, потому что читал отзывы именно про фильтры, ну, именно про фильтры, потому что кувшин, неважно какой, потому что ты в кувшин, это просто пластмасса. Самая главная фишка – это фильтр, именно он все делает, от него все зависит. И вот я читал отзывы именно к этим фильтрам. Люди писали, что к кувшинам от фирмы Brita берут вот эти вот фильтра, потому что они по размеру подходят. И стоят дешевле, чем бритовские. А после них, типа, вкус такой, типа, нормальный. Ну, типа, нормально, вкусно после них пить воду. Но там, правда, отзывов штук 5 всего лишь было. Но все они были на 5 звездочек, и типа что. И именно все писали почему-то про Бриту. Все отзывы к этому фильтру были от владельцев кувшина Брита, которые берут вот эти, потому что они дешевле. И что типа после них тоже вода вкусная. Так я решил, что попробуем. Поэтому вот попробую. Ну а на этом все. Всем покедова.